Всем привет! С вами Наталья Алмафеева. Сегодняшнее видео я хотела бы посвятить покупкам за апрель месяц. Хотела бы показать вам, рассказать, что я купила, что мне понравилось. Итак, начинаем. Первая вещь, о которой я хотела бы рассказать, это туалетная вода. Туалетная вода от Essence. Называется она Like a Day in a Candy Shop, то есть день в магазине конфеток, в магазине сладостей. Это просто потрясающая пахнущая туалетная вода. Вот такой вот милый флакончик. Здесь нарисованы у нас конфетки. Пахнет она сладко. Кстати, хочу заметить, что она пахнет сладко, но не приторно. Она, я думаю, подойдет даже на лето, потому что в ней есть немножечко даже какая-то свежесть. Стоит она вообще дешево, по-моему, 450-500 что ли рублей для, сколько там у нас, 50 миллилитров. Это довольно-таки халявная цена. Дальше у нас идет здесь три лака для ногтей. Лаки эти фирмы Pink Up. Продаются они в магазине «Подружка» в Москве. Я уже писала в своем блоге, что я наконец побывала в этом магазине. Да, мне там очень понравилось. Купила вот такой розовый и сиреневый цвет. Третий лак тоже фирма Pink Up. Он прозрачный сам по себе, но внутри, как я могу сказать, это типа инди-лак. Здесь всякие кругляшки, розовые, сиреневые, голубые и белые. Он отлично будет смотреться поверх каких-то тоже ярких лаков, именно вот как топ, так скажем, поверхностный. Очень позитивная вещица. Далее идут вот такие вот бальзамчики Lips Maker. Это американская фирма, да, я очень рада, что стали продавать ее и у нас в России, потому что раньше можно было заказывать только через группу ВКонтакте, там, по-моему, как-то. Сейчас появились в магазине «Подружка». Здесь у нас идет Lips Maker от Minnie Mouse, здесь нарисована такая мини у нас, и Lips Maker с запахом Кока-Колы. Вот такая у нас кока-колка. Для любителей кока-колы этот бальзам просто находка, мне кажется, потому что когда губы пахнут кока-колой, это очень круто. Причем цвет, даже цвет внутри самого напитка пахнет действительно как просто кола. Не то что какой-то там закос, а действительно как стаканчик с колой запах внутри. Бальзамчик Minnie Mouse пахнет ягодками. Ягодками, цветочками, ну, скорее ягодками, цветочками, не знаю, тоже очень приятный запах. Я думаю, что эти бальзамы находка тоже для лета, потому что летом не хочется красить губы как-то смачно, прям такими цветами какими-то, а бальзамы на лето это самое то. Итак, следующая вещь, это вот такой вот блокнот. Возможно, он покажется на вид обычным блокнотом, но куплен он в торговом центре, называется «Город хобби». То есть там все для людей, которые чем-то увлекаются. Кто что-то вышивает, кто рисует, кто коллекционирует марки, кто собирает монеты, какие-то ретро-вещицы. В частности, этот блокнот был куплен в отделе для... ну, в художественном отделе, так скажем. Чем он мне понравился, то что у него черные листы. Вы можете наблюдать. У него черные листы, причем они плотные, толстенькие такие. Купил мне Валера этот блокнотик для того, чтобы я белыми карандашами, белыми гелевыми ручками рисовала по черным листам. Не знаю, мне понравилось. Очень необычная вещица. И у меня уже на нее есть большие планы. Дальше пойдет у нас одежда. Что мы купили, значит, в Москве? Мы купили Kedi Vans. Наконец-то я их очень хотела. Но я могу сказать, что я хотела черные. Да, я хотела купить черные. Но когда я увидела эти, то моя мечта о черных кедах просто отпала, потому что сейчас я вам покажу, и я думаю, вы поймете. Вот такие кедосики, очень милые, с белой плотненькой подошвой, ну, все как принято у Vans, классическая модель, но не черный, а такой бирюзовый цвет, бирюзовый, мятный, там какой-нибудь, я не знаю, как его там назовете, написано, что бирюзовый. Не знаю, мне они очень-очень нравятся, они потрясающе удобные, это просто идеальная обувь, я считаю, никакие балетки, никакие туфли, никакие шлепанцы, ничто не сравнится вот именно с такими кедами, я их просто очень-очень люблю. Следующая вещица, это у нас тоже по части одежды. Это такая юбочка-карандаш. Она черненькая, с белыми сердечками. Куплена эта юбка в отделе OVS. Вот купили мы на днях с Валерой ее. Мне она очень нравится. Я буду носить ее летом, потому что я обожаю юбки-карандаши.
Следующая вещь из магазина Нью-Йоркер. Это лосины. Вот такие светло-серые лосины с черными полосочками под зебру. Просто мне очень были нужны лосины, и я вообще обожаю лосины. Так что для меня это прям очень хорошая вещица. Также мы купили в Нью-Йоркере вот этот кардиган. Он безо всяких пуговок, безо всяких молний, просто такой накидывается. Я не буду вставать, конечно, вам тут его показывать, демонстрировать, потому что на фотках вы все равно его увидите или на каком-нибудь видео. Но он такой простенький, мне понравилось именно накидывать вот его классно на майке, на футболке. А когда летом будет, может быть, такая ветреная чуть погодка, вот такие кардиганы, он не особо теплый, он тоненький, то это очень хорошая вещь. Ну и последнее, что я вам покажу из покупок в этом видео, это вот такие шортики. Да, у меня безумная любовь к шорту, а мимо этих я пройти не смогла, потому что, во-первых, это светло-светло-голубой небесный цвет, во-вторых, я обожаю цветочный принт. Так что вот такие шорты, это просто офигительная вещь. Это Оджи, да, я уже рекламировала, так скажем, этот магазин в своем видео, это фирма Оджи. Такие веселые, позитивные шортики. Итак, я рассказала вам о своих покупках, а в конце этого видео я хочу сделать небольшой розыгрыш между своими зрителями. А именно, я хочу разыграть вот такой вот розовый пакетик, в котором находится, в котором у нас находится, что тут находится. Здесь сиреневый лак от Essence. А также в этом пакетике у нас лежат двое теней, тоже от фирмы Essence. Серия Happy Holidays и серия Beauty Beats. Такие вот зелено-голубые и бордово-малиновые тени. Итак, если вы хотите принять участие в этом розыгрыше и выиграть этот небольшой презент, но все-таки я считаю очень приятный, вы должны быть подписаны на мой канал. А также я хочу попросить написать у вас в комментариях, какие любимые оттенки в маникюре и в макияже у вас этой весной. То есть, чтобы вы рассказали, что вам нравится, почему вам это нравится, что с чем вы любите сочетать, какие любите лаки, тени, помады, румяна, именно об оттенках, и описать, почему именно так, и никак иначе, и с чем вас ассоциируются эти оттенки. Самый понравившийся мне ответ я зачитаю в одном из своих следующих видео. Я согласую с этим человеком отправку приза, и он получит от меня этот подарочек. Ну и на этом все. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если вам оно понравилось, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Мы увидимся с вами совсем скоро, опять же через недельку. Всем пока!